Привет, друзья! Как всегда, по воскресеньям мы рисуем вместе. Так, добрый вечер. Что сегодня рисуем? Рисуем мы сегодня вот эту вот картинку. Кто у нас в друзьях акварели в группе открытой? А я всем, кто мой новый подписчик, прислала ссылочки вам с приветствием, и там ссылочка есть на «Друзья акварели». Группа открытая, в ней мы собираем каждую неделю новый референс для нашего открытого мастер-класса, и вот на этой неделе мы насобирали, в смысле, мне девочки прислали целую кучу референсов, и я выбрала вот этот. И как раз из девчонок кто-то писал мне, что эту картину уже миллион раз рисовали все, срисовывали, пробовали. Ну и, конечно же, писала моя ученица, зная меня, она уже написала, вот сейчас я прям зачитаю, что она писала, если я найду. Вот. Очень интересно будет посмотреть, как этот пейзаж перестроит на свой манер наша неповторимая Елена. Спасибо, девчонки, что вы про меня так пишете. А то его уже столько раз перерисовывали, что охота и пропала его рисовать. А у Елены, уверена, получится очередная изюминка. Так вот, насчет изюминки, действительно, я... референсы, я могу любой референс брать и его переделывать на свой лад, чему и учу вас. И этим вы, как говорится, не будете ущемлять права авторские никакого художника или же фотографа, или там никто вам не предъявит, как сказать, каких-то прав, потому что все-таки, вот если 80% изменено в картине, то уже это не... Ну, не права того, у кого срисовывали или у кого взяли. Вы вдохновились. Но вообще я считаю, что стоит упомянуть просто автора. Если вы его упомянете, что вы вдохновились его работой и нарисовали такую же, то автор уже не имеет никаких претензий к вам. Ну, в крайнем случае, если вы на этом зарабатываете деньги, да, конечно, он может потребовать с вас какую-то долю. Вот. Давайте так. Я сейчас переключусь на... как говорится, на наш урок, и в конце пообщаемся, ну, в смысле пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросики. Значит, записи этого эфира, запись будет, но доступна она будет только подписчикам платным клуба, моим ученикам с Художник Про, или же ее можно приобрести отдельно, перейдя по ссылке в шапке моего профиля, там будет клавиша «Мастер-класс на выбор». Цены абсолютно доступные, специально такие сделал, чтобы не кусались. Ну что, как вы все поняли, мы сегодня рисуем, а не срисовываем. И, конечно же, опираясь на знания, потому что без знаний нельзя переделать какую-то картину, без знаний рисования вы можете просто тупо срисовать что-то, и все, у вас больше нет никаких шансов. Но зная правила там, композиции, правила цветосочетаний, правила основы рисования, основы акварели, неважно что, опираясь на эти знания, вы сможете сделать здесь, вернее, с этой картинкой то, что вы хотите. Ее так скомпонировать, как вам будет удобно. И правильно, конечно же. Потому что здесь все-таки она правильно сфотографирована, здесь все по композиции, в принципе, сходится. Но если вы ее начнете переделывать, не зная композиции, у вас могут быть, ну, как сказать, дисгармония в картине появиться. Что я сделала в этой картине? Я здесь изменю положение горизонта. Я его спущу вниз. Я... Да, положение горизонта и уже, ну, ракурс вырезали, как сказать. И у нас изменится картина, в принципе. Так, ну что, я его снижу. На горизонт будет у нас где-то внизу. Солнце у нас будет посредине, хотя здесь вот солнце, оно вроде бы в левой стороне, но мне хочется почему-то посрединочке. Я его сделаю посрединочке. Оно будет посрединке. Здесь будет какой-то лесок. В принципе, я не заморачиваюсь вырисовывать ничего, потому что, как сказать... Я еще сама не знаю, что мы будем рисовать, но мне главное вот ветки вот эти вот хочу вырисовать. Почему я хочу ветки вырисовать? Я буду работать сегодня с солью, и вот эту вот, вот заснеженность я буду рисовать солью. Посмотрите, какой классный прием. Я специально молилась, чтобы все выбрали эту картинку, потому что здесь как раз она самая классно подходит к солевому эффекту.
Снег, ну понятно, да? Вот так, значит, смотрим солнышко. Где-то у нас здесь оно будет посерединочке. Все. И вверху будут ветки. Ветки наши. Ну, это я уже потом вырисую. В принципе, мне нужна была линия горизонта, солнце наметить, и все. И поехали. Мочить я буду полностью весь лист. Рисую на А3 формате, чтобы был размах. Ну и, конечно же, почему я рисую на А3 формате? Потому что у меня от Баухонга только А4 формат есть. Извиняюсь. Из-за соли. Из-за соли мне приходится брать вот эту бумагу. Это от фирмы Arche. Французская бумага, потому что на Баухонге она не делает таких красивых, соль не делает таких красивых разводов, как на Арше. И у меня только А3 есть от Арше. Но я уже заказала поменьше, так что на будущее посмотрим. Ну что, я мочу лист. У кого склейка, мочите лист. У кого не склейка, значит, приклеивайте лист к столу вашему, планшету и смачивайте его, значит. Или же можно с двух сторон смочить, но я не мочу никогда с двух сторон. Почему? Потому что, ну, тогда тут затянется рисование наше. Очень долго будем рисовать. Солнце я буду оставлять белым. Прям на референсе, видите, все светила белые. Я уже говорю, все белила. Я его просто оставляю, не закрашиваю. Можно, в принципе, и закрасить, потом вымокать салфеточкой просто. Может, я и так сделаю. Кстати, да. Можно и вымокать салфеткой. И, смотрите, гоняю воду по листу так, чтобы не было луж. Ложу много воды и потом развожу, чтобы лужи не стояли по всему листу. Равномерно распределяю эту водичку. Вот. У меня уже начинается лист немножечко волноваться, но так как у меня склейка, ничего страшного, оно никуда не денется. Так, что здесь? Так. Пока вы тут красите, в смысле лист мочится, я беру салфетку. Все-таки вымокаю наш светящийся объект. Это будет солнышко. Вот он, я его вымокаю просто. Вот так. И где-то будет, вот там тоже внизу на воде, тоже какие-то пробелы. Так что я это все убрала. Теперь смотрим на бумагу. На референс. Здесь почти все в одном цвете, да? В принципе, можно рисовать как в стиле гризаль. Значит, я здесь буду брать серую пену, возможно, ультрамарин. Для серых тонов буду брать неаполитанскую желтую и что-то розовое, кинокридон розовый. Вот. Поехали. Значит, мешать буду красочки свои. Значит, начинаю с самых светлых или же с самых теплых цветов. Начну с солнца, потому что его там немного, и я его вырисую быстро, и будет все отлично. Так, неаполитанскую желтую. Вот она. Еще у меня есть такая желтенькая. Вот чуть-чуть я добавлю ее к неаполитанской. Такая более золотисто-желтая. Будет работать за нас. Значит, можете спокойно ее. Я вот всю мелкую беру, да. Есть большая, но есть и мелкая. Посмотрим, какой эффект будет от большой соли, не знаю. Так, я, наверное, все-таки сниму камеру. Потом назад ее положу.
И с вами сейчас вот так вот пообщаемся, потому что мне так удобно. Сейчас покажу, какая соль, как она работает. Видите, что делает соль? Прям, ну, сама рисует за себя. Потом, когда подсохнет, я чуть-чуть пару прожилочек сделаю, как будто это намек на веточки, да? Просто намеками. И все, здесь тоже заработало все. Типа снег, снегопад, заснежилось. Так, сколько соли стоит клуб? Сколько стоит клуб, девочки? На 3 месяца это 3600, по-моему, на 3 месяца. И да, 3 месяца подписка это 3600. На полгода еще дешевле там выходит за месяц, а на год это сколько? 10 тысяч, по-моему. 10 тысяч рублей на год. Ну, чем больше вы берете тариф, тем дешевле становится за месяц оплата. А это бумага от фирмы Arsh. Я еще хочу потестировать Баохонг, смочить его с двух сторон и посмотреть, как он будет тогда работать с солью. Потому что, ну, работа с солью зависит от влажности листа. Чем больше лист втягивает в себя воду, тем лучше работает на нем соль. Хлопок позволяет много чего с собой делать, а другой материал требует более, как сказать, более мастерства и более терпения, что ли. Так, говорите, повторите, какой цвет брали для елок. Для елок верхних, в смысле вот этих вот, я беру сепию брала и небесную голубую. Она немножечко не такая, как у ультрамарина, она немножечко на бирюзу похожа. Небесно-голубая его. Куда деваются кучи картин? Как справляетесь? Ну, кучи у меня не кучи. Я раз в неделю рисую вот такое что-то. Продаю. Продаются. Еще и продаю работы своих учеников. Как раз моих учеников. Как продавать онлайн свои картины. Ну, и не только онлайн. Но пока новичкам не стоит в офлайн продажи, я имею в виду на какие-то выставки идти, потому что выставки стоят денег, и на выставках надо продавать на высокий чек. А если у вас еще мастерство не очень, ну, в смысле среднее, или там, я не знаю, потому что, смотря, если бесплатная выставка, то да. Если у вас не берут деньги за выставку, за место, то да. Если берут деньги за выставку, то вам нужно готовиться к ней и нарисовать там, допустим, 10-20 картин на одну тему и все такое. Это уже непростое дело, это не отбивание материалов, как вот я обучаю сначала. Сначала вы научитесь отбить свои материалы и позволить себе работать на качественных материалах. Этим вы повысите скорость и уровень вашего развития. Что вы еще пишете? Подскажите, а бесплатную выставку как? На бесплатную выставку как попасть? О, девочки, бесплатная выставка, это иногда тоже считаю, что, не знаю, я, например, уже на бесплатной выставке не хожу, потому что это потеря моего времени. На бесплатной выставке это что? Вы можете выставить где-то в каком-то знакомом ресторане, спросить. Вы можете спросить ваш банк, допустим, в банках бывают выставки, бывают в библиотеках выставки, бывают в здании города тоже выставки. Это все просто договоренность с властями, в смысле, или же там кто чем, как сказать, занимается. Если вы в галерею идете, вот, которая занимается этим, делает рекламу для вас, делает каталоги для вас, у нее, может, даже есть свои там какие-то коллекционеры, свои какие-то клиенты, она их оповещает. Вот это вот уже с точки зрения профессионального, мне для этого уже, мне это интересно, допустим. Но, опять же, надо рисовать картины на высокий чек, а не зарисовочки. Значит, картина должна быть со смыслом, с размером и так далее. Настолько подсохло, что я могу действительно что-то нарисовать такими. Я справилась. Пока. Целую.